настроение отличное, тут атмосфера такая чувствуется, прям стартаперская и эйфория в целом. Ну, мне кажется, главное — это команда, которая бешено заряжена на успех, на то, чтобы преодолевать и ломать любые препятствия на своем пути, учиться, как говорил предыдущий оратор, адаптироваться, да, и, ну, как бы, что бы ни происходило, быть нацеленными на успех. Вот такие команды, мне кажется, побеждают. Проект, над которым мы работаем, это оптимальный доступ в интернет и основным ресурсам интернета для новичков и для семейных пользователей. Дело в том, что большая часть программного обеспечения, тем, которым мы пользуемся каждый день, она сделана либо для деловых целей, для делового общения, либо для наиболее активных юзеров, молодежи. Понимаем, что тот опыт, который можем дать мы, который могут дать другие компании, которые уже стали экспертами в своих рынках, это на самом деле бесценно, и это то, что помогает им развиться, а нам понять, куда движется рынок и, возможно, использовать какие-то тренды. Вот. Ну и это мне интересно, потому что мы, как РВК, то есть как российская венчурная компания, поддерживаем инновационную экосистему, в которой стартап занимает основное центральное место. Мы инвестируем в хорошую команду с хорошей идеей, с потенциально большим проектом. Надо выбирать те идеи, которые будут жить сегодня. Надо делать это быстро, и тогда ты будешь успешен. Да? На таком мероприятии интересно общение, интересно посмотреть на другие проекты, интересно пообщаться с инвесторами. Но в результате приятно, что мы выиграли. Очень стремимся быть глобальной компанией, успешной компанией, и, в общем-то, стараемся достичь своих успехов. Ну, вообще, конечно, атмосфера очень хорошая, да, мне нравятся такие, в общем-то, мероприятия, очень все дружественно проходит, как-то все весело, то есть веселые ролики ребята делают, вот, очень даже там посмеялись, да, хорошо. Великолепное мероприятие, наверное, и для российского рынка одно из самых лучших для стартапов. Очень молодые команды, очень энергичные, зал заряжает просто, и ребята, которые представляют свои проекты, тоже видно, что они горят этим делом и хотят создать реальные продукты, хорошие, и добиться успеха. Модно стала тема стартапов. Зачастую люди приходят в стартап, не понимают, что это тяжелая работа. И, наверное, важно, чтобы люди понимали, что они делают, обладали профессиональными компетенциями и понимали, что все-таки это не развлечение, а труд, тяжелый труд. И не всем суждено до конца пройти его и добиться успеха. В проекте всегда выбираем по трем основным составляющим. Это команда, первое. Второе – это команда. И третье – это тоже команда. Для нас команда это безусловно важно, но безусловно должен присутствовать хороший рынок, хороший продукт. То, что из финалистов два проекта уже являются резидентами фонда Сколково, то есть это показатель, что они уже прошли экспертную оценку, эта оценка совпала с членами десятков жюри, которые выбирали финалистов для данной премии. Остальных, я надеюсь, мы увидим фонд Бесколку в ближайшее время. То есть, если они прошли уже конкурс стартап-вышка, то имеют все шансы дальше превратиться в коммерциализированный проект.